Альберт, как у вас с выставкой? Я смотрю, у вас вот появился такой пластиковый диск, который я вот прямо, у меня к нему руки тянутся. Скажите, то есть я так понимаю, выставка идет хорошо? Хотите, мы вам откроем и дадим потрогать этот план? Он на самом деле не пластиковый, а стеклянный. Очень приятно получить награду. Наш продукт DJI Copilot, который у нас выпущен совместно с компанией DJI, известного производителя дронов, эту награду заслужил. Очень приятно, потому что на самом деле очень приятно, когда диск получает награду, когда я даже еще и потребитель его не попробовал, потому что мы этот диск представили на Consumer Electronics Expo в Лас-Вегасе. А что это за устройство вообще? Да, то есть я вижу вот три коробки, одна, вторая, третья. Это оптимальное устройство для любителей фото и видео, потому что оно выполнено на самых быстрых интерфейсах Thunderbolt 3. Соответственно, диски туда вставляются Enterprise-класса, 3,5-дюймовые, Seagate Iron Wolf, известная серия, которая уже полюбилась многим пользователям NAS дисков. Соответственно, хорошие диски, очень надежные, готовые работать 24/7, в обработке видео достаточно быстрые. Соответственно, да, это для видеографов и больших и малых студий, в зависимости от того, какое количество данных. До 120 терабайт в большом диске, 10 терабайт в 6-дисковом, соответственно, 20 терабайт емкости в самой маленькой модели. Насколько я понимаю, это DAS, правильно? То есть это устройство, которое подключается, но не по USB, а подключается по FireWire или Thunderbolt, соответственно, насколько, да. Как бы, то есть совершенно оно совместимо и с Windows, и с Mac'ом, правильно? Совершенно верно, да, есть интерфейс USB-C, есть стандартный интерфейс USB и Thunderbolt 3, но мы, естественно, рекомендуем Thunderbolt 3, так как все прекрасно понимают, что скорость — это как бы ключевой фактор, когда ты работаешь с большим объемом данных и с большими файлами, как видео, там, в разрешении 4K или более. Оно только для видеографов? Или там есть возможности бэкапа, там, допустим, RAID наверняка какой-нибудь встроенный тоже? Да, безусловно, в этом устройстве есть все, что может понадобиться для хранения такого большого объема данных. Видеографы и фотографы – это просто целевая аудитория, да, это на кого непосредственно направлен этот продукт, да, потому что этот продукт прежде всего там направлен на то, что работать с компанией, с компьютерами компании Apple. Соответственно, да, в принципе, любой пользователь может хранить данные, но если это стандартный пользователь, зря ему понадобится 120 терабайт пространства для того, чтобы хранить там какую-то домашнюю фотосъемку или файлы Word, Excel, презентации. У вас в спецификациях указано, что он корректно работает при рендеринге видео с 4К исходниками. То есть Thunderbolt позволяет поддерживать какую скорость доступа? 2600 мегабит в секунду. Это максимальная скорость, которая возможна вообще на сегодняшний день. Я не знаю других устройств. А диски обеспечивают такую скорость чтения? Да, обеспечивают. В данном случае основным фактором, влияющим на скорость, является именно интерфейс, а не сам диск. Поэтому тут ключевая именно Thunderbolt технология, а не с какой скоростью крутится шпиндель, диски и так далее. Ну просто обычно, когда рекомендуется работать там с видео 4К, видеографы очень часто говорят, что они предпочитают не жесткие диски, а SSD. Да, SSD это правильно, когда вы работаете непосредственно в устройстве. Например, если в компьютере установлен SSD, да, безусловно, надо работать с SSD, когда вы работаете, когда ваш рабочий стол – это компьютер. Но что касается непосредственно хранения всего того, что вы обработали, да, на SSD это будет достаточно дорого, и не все устройства, именно такие многодисковые, могут вам предоставить такой объем данных. То есть 120 терабайт на SSD – это стоимость автомобиля. Мерседес, да. Да, где-то. Поэтому я думаю, что для того, чтобы хранить, вот, например, все, что снимете вы, вряд ли вы будете все это хранить на SSD, потому что это достаточно большое количество данных, и вы не получите того большого преимущества, если вы все эти диски SSD вставите вот примерно вот такое устройство, все равно интерфейс, который подключается непосредственно к компьютеру, играет ключевую роль в данном случае. Джо, как у вас дела и что вы в этом году привезли на фотофорум? Россия для нас перспективный рынок, поэтому мы в этом году привезли в Россию наши самые последние новинки, которые мы еще больше нигде не показывали. Что нового появилось в ваших штативах коллекции 2018 года? Okay. So the new features, actually we
В первую очередь мы внесли очень много улучшений в базовую конструкцию штатива. В первую очередь изменился дизайн, он стал более стильным и больше привлекает взгляд. Ручки теперь полностью покрыты накладками, форма которых тоже стала сглаженной. Мы также изменили и замки на наших штативах. В большинстве штативов с подобными зажимами вам нужно удерживать его при складывании наверх. Но в наших новых моделях вам нужно просто один раз нажать на зажим и поднять ножку наверх. В настоящее время мы патентуем данное решение. Лично мне нравятся новые зажимы. Они выглядят более надежными по сравнению со старыми поколениями штативов Zerui. Я имею в виду вот такие. Да, замки у нас традиционно закручивающиеся, но их конструкция немножко изменилась. Они все так же покрыты резиной, но и толщина стала больше, а сами замки крепче. Неопрен на ножках стал тоже толще. До этого его толщина составляла 1 мм, сейчас она выросла в 1.5 раза. Еще один момент. Мы изменили покрытие основного узла, которое стало более гладким по сравнению с предыдущим, а соответственно устойчиво к царапинам и выглядит стильно. Центральная колонна визуально состоит из двух элементов. Можно ли отделить одну от другой, чтобы сделать ее короче? Нет, в этой модели нельзя. Это просто конструктивные особенности дизайна центральной колонны. У всех этих моделей конструктив основных элементов изменился одинаково, как для серии N, так и для серии T. Поскольку серия T сделана для путешественников, здесь мы дополнительно добавили функционал, о котором вы как раз спрашивали. Здесь центральная колонна не единая, а раздвижная, поэтому ее можно сделать короче, чтобы поставить штатив ниже. Компания Miggo привезла в Россию интересный девайс, который вешается прямо на ваш мобильный телефон и делает из него подобие фотоаппарата. При условии интересно, что фотоаппарат в вашем телефоне все же есть. Данный девайс вместе с приложением, разработанным компанией, просто позволяет более удобное и интуитивно понятное управление в режиме фотосъемки, а также позволяет удобнее держать камеру. В путешествии самое то, что надо. На выставке мы также встретили уже знакомое решение Double Shot Дмитрия Гасана, с которым вы уже знакомы по нашим обзорам. Данное устройство крепится абсолютно на любой фотоаппарат Canon или Nikon и позволяет вам получить возможность съемки фотоаппарата левой рукой, что, безусловно, актуально для левшей, которые не могут переучиться под съемку правой рукой. Для всех обычных людей это также возможность просто расширить возможности своей камеры. Ну и плюс, дополнительная ручка дает вам возможность более уверенного удержания фотоаппарата при съемке видео, например. На ручку также можно поставить внешнюю вспышку, ну или какой-то дополнительный аксессуар для камеры.